Слушаем вас, Екатеринбург. Здравствуйте. Отец, вот родители крещенные в русской церкви, а ребенок в армянской церкви. Это ничего? Что значит ничего? Хотела бы знать. Понимаете, какое дело? Мы с отцом Александром исповедуем православие. Армяно-Григорианская церковь, она не православная. Те из наших братьев-армян, которые исповедуют христианство в армяно-григорианском варианте, они в определенных общецерковных понятиях глубочайшим образом заблуждаются. Мы считаем и знаем, что армяне – это христиане. Но армянская церковь неправильно учит о Христе. Это можно доказать и показать как дважды два. Поэтому мы уважаем их традицию, уважаем их древность, уважаем их культуру. Но мы не можем никак согласиться, что во Христе одна природа. Мы верим, исповедуем, что во Христе две природы. Поэтому вы говорите, это ничего. Если человек ни во что не вникает, то как бы это ничего. Какая разница, бородинский хлеб есть или орловский, но это совершенно разный продукт. И по разному рецепту скроено. Поэтому нужно выбирать. Мы считаем, я готов с любым армянином это обсуждать, и даже есть книги, могу рекомендовать, где обсуждается этот вопрос, кому интересно. Потому что понимаете, вот если мы возьмем десятиричную систему нашу, которая у нас принята, и в школе ей обучают, дважды два – это четыре. Поэтому если кто-то считает, что дважды два – это пять или шестнадцать, и вы спрашиваете, это ничего? Если человек маляр, то это ничего. Если человек бухгалтер, это серьезное дело.